Константин Толоконников, 1:47.75, победитель в беге на 800 метров, готов рассказать нам про свой бег. Всем спасибо, кто болел. Всем спасибо участникам. Большое спасибо моему тренеру, моему отцу, который за меня переживает. Мы одна команда, мы идем вперед. Ну, спасибо. Но так как я 16-й год пропустил из-за причин здоровья, но 17-й пока дается не так уж легко. Но я в строю, я этому рад. Еще раз всем спасибо. Вот. Поздравляем тебя с победой, желаем еще больших успехов. Спасибо большое.